Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и мы продолжаем играть в Undertale. Давненько у нас не выходило видео, и сейчас я планирую записать... Ну, скажем, 1-2 ролика по Undertale, и, возможно, серию One Beat Heart. Может, 3 ролика по Undertale. В любом случае, мне бы хотелось сейчас записать, ну, какое-то количество видео на следующую неделю, чтобы у меня, в принципе, было время. Ну, давненько я так не комментировал ничего, что я уже почти разучился это делать. В общем-то, я думаю, эта серия будет примерно полностью посвящена Метатону. Потому что, как вы знаете, с боссами у меня всегда проблемы. А, я забыл на самом деле, как играть в игру. Да, я не помню управление, вообще ничего не помню. Но нам нужно брать как можно больше популярности. Так. Да, не пошло что-то. Да, я так чувствую, у нас, точнее, у меня это, в принципе, не получится. Наши рейтинги неумолимо падают. Ой, как и мое ХП, впрочем. Ну, мне дали пару советов по поводу того, как бороться с этим типом. Вообще, я крайне намереваюсь перенести в его жизнь огромное количество боли и страданий, то бишь подружиться с ним. То, что если сближаешь с человеком, то его жизнь сразу наполняется всеми этими неприятными ощущениями. По-моему, это были... А, мне не пишут. А, по-моему, это были ноги. Да, чудненько, мы написали эссе. Попробуем снова похвалиться, что мы не получим ни единого удара. Кстати, это вполне возможно. Нет. Господи, как же у меня все плохо в этой жизни. Господи, его все отлично. Вообще, на самом деле, проще будет драматично позировать. В принципе, за то, что нам поможет набрать достаточно большую популярность. А, господи, почти. В общем, за перерыв ничего не изменилось, стало только еще хуже. Я стал еще хуже уворачиваться от снарядов. Ну, зато мои раны помогают мне принимать очень драматичные позы. Ага. 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 Да, большое спасибо за этот совет через джем, потому что иначе я бы тут, скорее бы всего, изогнулся. А так, в принципе, мне стало понятно, что тут к чему. О, боже мой. Ну, скорее всего, конечно, с первого раза это сейчас не пройду. Хотя мы набрали, на самом деле, довольно-таки внушительные рейтинги. На самом деле, я чувствую некое негативное отношение к своей деятельности. Не в том смысле, что я плохо это делаю. Не, в принципе, я достаточно... Ну... Наверное, не все согласятся, но достаточно... Хороший летсплейщик. Да, у меня есть проблемы со звуком. Но зато, как личность, я... Человек... Ну, зато человек я хороший. Главное, с душой. Я не знаю, что это было. Господи, как же его трясет. Не, мы вообще отлично набираем рейтинги. Так, нам нужно разобраться с его сердцем, пока оно не разобралось с нами. Господи, господи, господи. Это очень тяжело, очень тяжело. Нет, нет, нет. Нет, тут уже жить. Отлично. Я думаю, руки ему все равно были не нужны. Ну, как говорится, кому нужны руки? Да, действительно, у него замечательные ноги. Но я достаточно неплохо справилась на этот раз, если уж на то пошло. Наверное, не будем ставить паузу. Я тут запасся едой, водой, потому что я чувствую, что это будет долго.
Но на самом деле, мне кажется, этот босс будет полегче, чем Undyne, с которой я действительно возился очень много, потому что не знал, что делать. То, в принципе, нам просто нужно сражаться, у нас есть две хилочки. Негативное отношение возникло скорее из-за того, что, в принципе, мне не хочется, в принципе, сейчас как-то афишировать себя. Я не знаю. Ладно, давайте не будем говорить на эту тему, потому что я, в принципе, сам не знаю толком, что я хочу сказать, и поэтому просто говорю какую-то ерунду. Вообще, что по видео, конечно. Ничего себе меня побило-то. Что я хотел сказать? Мы будем проходить Undertale, мы будем проходить One Beat Hard. И скорее всего будут записи видео по одной интересной браузерке, которая по факту является клоном мафии. Мы там с друзьями, наверное, поиграем, я не знаю, будет ли это интересно. Но в конце концов... В конце концов, даже если не будет интересно, то ничего не мешает мне записать. Как говорится, попытка не пытка. Аудитория в шоке от того, что мы делаем. Главное, что моя аудитория не испытывает таких негативных чувств, как это, я надеюсь. Потому что еще раз поймешь, друзья. На самом деле аудитория у меня постепенно исчезает, как мне кажется. Ну да ладно. Раньше у меня были верные подписчики, которые сам мог доверять. Сейчас я даже не знаю, кто там остался-то. В конце концов, всех свои дела, всем уже как бы не до летсплеев и все такое. И поэтому я думаю, в ближайшее время постараться больше заняться нашим шоу «Гениальный фанфик», так как на фигбуке-то хорошие игры кончаются, плохие фанфики никогда. На худой конец я буду писать плохие фанфики сам. У меня большой опыт. 5 лет назад я только этим и занимался, правда, но это были не фанфики, это были просто какие-то собственные рассказики. Ну, скажем так, покупаешь, с качеством они были паршивого. Не то, что сейчас. Сейчас я, конечно, крутой, массистый автор, правда, совсем забросил прозу и начал писать одни стихи, но вообще на фигбуке у меня уже есть идея, по-моему, ну, для одного-то то, для одной-то точно работы большой. По Лиге Легенд у меня есть идеи. Правда. Я не знаю, когда она появится, потому что времени сейчас... Что я делаю? Что я делаю со своей жизнью? О, боже мой. Это было ужасно. Так, мы сейчас вообще не получим ударов. А, ну вообще-то у нас неплохие шансы не получить ударов, если уж на то пошло. Да, и я думаю, я оправдал ожидания. Попробуем еще раз их оправдать. Да я вообще молодчина, однако. Давайте теперь попозируем. Какие мы классные, какой мой мужик, несмотря на то, что нас избили, мы все равно... А, это перерыв. Отдохнем. Спасибо, Метатон. Правда, после этого у него начинаются какие-то конвульсии, потому что у него приступ эпилепсии. Но я думаю, ему, в принципе, непросто. Вообще, как я понимаю, с Метатоном-то подружиться как раз нельзя, может подружиться с Алфис, но опять же не в нашем случае. Потому что у нас... Потому что на первом прохождении этого сделать нельзя. На первом прохождении нельзя получить руку пацифиста. Можем получить только нейтральную концовку. Метатон опять оторвали. Ну, руки. Я чувствую себя неловко. Особенно из-за того, что я продолжаю с ним сражаться, потому что я уважаю нолидов, в отличие от некоторых людей. Будем называть по имени... Господи. А. Ну, на самом деле, этот бой довольно увлекательный. Мне лично нравится. К тому же, у меня получается неплохо. Возможно, это небольшой перерывчик. И правда было неплохой идеей. И на самом деле, мне кажется, что я комментирую просто ужасно. Но тут комментировать-то особо нечего. Возможно, кстати, 31 мая, не знаю,
конце мая, в общем, будет стрим с чтением стихов. Да, я понимаю, что это как бы не самая интересная вещь в мире, но, возможно, будет. На самом деле, я понимаю, что позировать это для тех, кто, в принципе, ничего не может. Я думаю, сейчас у нас неплохо надамажит, так что у нас неплохие шансы получить немножко рейтинга, потому что очень плохо вращается от этих штук. Вот. Мы получили 100 рейтинга. Стоило ли оно того, кто знает. Теперь давайте попробуем похвалиться. Не, ну в принципе, это не очень сложно. Почти, почти. У меня были неплохие шансы, скажем так. Я старался, я всегда стараюсь. Ну, стараться, конечно, это одно, а вообще-то надо бы делать, да. Ну, что поделаешь. Возвращайся на одной ноге. Вот здесь нам, наверное, стоило бы похвастаться тем, что нас не ранит. Давайте позировать, потому что я на самом деле не очень помню фазы его атак. Да, сейчас он не показан на свое сердце, и, скорее всего. И было бы здорово, если бы мы стреляли там побыстрее, строчили бы как пулемет. Господи, я не хочу умирать, я не хочу умирать. Тихо, 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 тихо. Замечательно. Мы разбили еще одному человеку сердце. Человеку ли? Это мы здесь человек. Метадон даже не монстр, он просто робот. Но я думаю, не с этого за это... Господи, тихо, 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 все хорошо. Я думаю, сейчас хороший шанс похвастаться, если будет диско-шар. Пускай это будет диско-шар. Да, у нас хорошие шансы. Потому что он двигается медленно. Медленно. Фух. Я думаю, второй диско-шар мы на самом деле тоже можем преодолеть. 6000 рейтинга. Не знаю, лучше ли это, чем предыдущие попытки. Еще, может, записал бы видео по какой-нибудь мобе, но, скорее всего, мне это будет слишком сильно лагать. Да и в конце концов, кто сейчас смотрит видео по мобам? Раньше это казалось своим родным не зашквара, знаете, записать там видео там по какой-нибудь Доте или по Лиге Легенд, который сейчас играет. Что там по уходу у нас на деле игра, как игра? Но раньше меня сильно волновали мнения других людей, сейчас я чувствую себя слегка равнодушно. Ну то есть, я всегда рад хорошей критике, но в остальном... Как-то... На меня уже не сильно воздействует, хотя... Порой предстоит речи совсем уж, знаете, такими... Ну, злыми, холодными людьми бывает обидно. На самом деле, не знаю, что я... Так, вот это я на самом деле зря... Пообещал, да, ну вы поняли. В общем, не пошло нас с рейтингами на сей раз. Но 7000 рейтинга у нас есть. Надо, насколько я знаю, 10000. И в принципе... Ну, проще, проще позировать драматично. Это сложный, сложный момент. Так, у нас все еще есть хилочка, и на самом деле это замечательно. Потому что... О, боже, боже, боже. Тихо, тихо. А, я не помню. Господи, это очень тяжело, честное слово. Ну, для меня, по крайней мере. У меня какие-то так себе рефлексы, как казалось. Зачем стрелять, если можно просто тихонечко обойти? Как говорится, быстрые ноги по щам не получают. Боже, 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 за что мне эти буки? Метатон, давайте что-нибудь новое. Ваш шоу становится слишком скучным. Ты хочешь, достаточно этого, ты действительно хочешь, чтобы человечность, люди перестали существовать? Или ты просто настолько сильно веришь в себя? Но я не хочу, при чем тут люди, я хочу жить. Ну, я думал меня взять на баночку с этой бомбой, но я-то, блин, тоже... Хитрец тот еще.
Аплодисменты, как вдохновляюще. Ну что же, дорогуша, это или ты, или я. Но я думаю, мы оба знаем, кто собирается выиграть. Ну конечно я, и у меня-то есть сила сохранения, приятель. Узри истинную силу звезды человечества. Господи. Тихо, тихо, нет, 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 нет. Я против. Нет, как же сложно, как же сложно. Ну не, у меня нервы зато. Нет, нет, тихо, тихо, тихо. Нет, только не ноги Метатона. Как я мог? У нас нет времени на размышления. Мы должны поднимать рейтинги шоу. Значит, ты звезда? Ты можешь действительно защитить человечество? Умри, умри, умри. Нет, 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 нет. Метатон, ну какие вы, что у тебя такие проблемы со мной? Метатон, это называется... Нет, 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 тихо, тихо. Господи, я все еще жив. Я все еще жив. Это была самая драматичная поза на свете. Аудитория в шоке. Все в шоке. Даже Метатон в шоке. Даже я в шоке. Все в шоке. Господи, это победа. О, погляди на эти рейтинги. Это самое большое количество просмотров, которое у меня было. Даже у меня столько просмотров не было, Метатон. Расскажи мне секрет своего успеха. Помоги мне поднять мой YouTube-канал с колен. Мы достигли... О, господи. В общем, много у нас зрителей. У одного удачливого зрителя будет шанс поговорить со мной. Перед тем, как я покинул подземелье навсегда. Метатон, куда же ты отправишься? Посмотрим, кто позвонит первым. Алло? А? Привет, ты на ТВ? Что ты хочешь сказать на нашем последнем шоу? О, привет. Метатон, я действительно любил смотреть твое шоу. Моя жизнь довольно скучная, но увидеть тебя на экране принесло радость в мою жизнь. Я не могу рассказать, но я так понимаю, это последний эпизод. Я буду скучать по тебе, Метатон. О, и я не хотел говорить так долго. О, нет, подожди, подожди! Мне уже повесили трубку. Я дам шанс еще одному звонящему. Метатон. Твое шоу сделано с такими счастливыми. Метатон, я не знаю, что буду смотреть без тебя. Метатон. В моем сердце форме метатона, дырка форме метатона. Это сложно, певец, сложно, игросов. А я понимаю. Все, спасибо вам огромное. Дорогуша, пожалуй, возможно, и лучше, если ненадолго останусь здесь. У людей уже есть свои звезды и идолы, но монстры. У них есть только я. Если я уйду, подземелье потеряет свою искру. Я оставлю болящую пустоту, которая никогда не сможет быть заполнена. Так что, я думаю, мне придется отложить свой большой дебют. Помимо этого, я доказал, что очень силен. Возможно, даже силен, достаточно силен, чтобы пройти мимо Асгора. Я уверен, ты сможешь защитить человечество. Это все к лучшему в любом случае. Правда в том, что эта форма поглощения энергии неэффективна. У меня через несколько моментов у меня закончится заряд батареи, и, ну, я буду в порядке. Разберись с ними, дорогуша. И все. Спасибо. Вы были великолепной аудиторией. Это очень грустно. Я смогу открыть замок. Вы двое. О боже. Метатон. Метатон, ты... Слава тебе богу, слава богу, это просто батарея. Метатон, если бы ты исчез, я бы... Я имею в виду,
Эй, это не проблема, понимаешь? Он всего лишь робот. Если бы ты его испортил, я бы всегда смогла просто построить другого. Другого такого, как Метатон, уже не было бы. Совсем понятно. Почему тебе не пойти вперед? Метатон. Я надеюсь. Хороший он парень все-таки. Мне он понравился. Я относился к этому, почему его последние слова как-то очень тронули мое сердце. Может, я тоже, когда уйду с Ютуба навсегда, может, это будет завтра, а может, через долгие годы, также я попрошу, я скажу, один из вас может позвонить, и кто-нибудь скажет мне, авангард, вали-ка ты к черту. Да ладно, я шучу, я-то знаю, что вы меня любите, и я вас тоже люблю. На этом парикном моменте стоит было закончить серию, но, честно говоря, мне хочется поиграть еще. Мне всего лишь нужен один момент. У него закончился заряд. Блин, я забыл, что в этой игре нельзя сохраняться. Я надеюсь, мне тут сохранится после битвы с боссом, а то это будет очень нечестно. Прости за счет этого. Да, просто продолжим идти. Ты мне лгала, офис. Ну да что поделаешь. Надеюсь, но все же на нашей стороне. То есть скоро ты встретишься с гора, да? Ты должно быть. Да ты должно быть довольно рад всему этому, да? Как сказать. Ты наконец доберешься до дома. Можешь вернуться домой. Что-то встал. Иди первый. Подожди. Имею в виду, я просто собиралась сказать прощай и... я больше не могу этого удерживать. Я лгала тебе. Человеческая душа не настолько сильна, чтобы пересечь барьер в одиночестве. Это занимает как минимум человеческую душу и душу монстра. Если хочешь вернуться домой, тебе придется забрать его душу. Тебе придется убить из горы. Мне жаль. Я уверен, что есть другой путь. В любом случае, рано еще что-то решать. Ну да, я думаю, дойдем сохранение, на самом деле, закончим серию. И начнем уже другую, которую я выложу попозже. Это будет разумно, я считаю. Это самый долгий лифт в моей жизни. Я аж начал подумывать, вдруг игра зависла. Итак, мы оказались в каком-то новом сером месте. А как же... Неужели в этом месте ничто не может наполнить нас уверенностью? Ладно, как бы то ни было, думаю, отличный момент закончить серию. С вами был Авангард. И до новых встреч, друзья. Увидимся в следующих сериях. Оставайтесь замечательными. До новых встреч.